Как убить трех коров за 78 миллионов долларов? Сейчас расскажу. Значит, ну, на днях нас тут обстреляли в очередной раз. Выпустили 6 ракет Х-101. Значит, стоимость каждой ракеты 13 миллионов долларов. Значит, 4 наши сбили ракеты, 2 не сбили. Значит, что они утворили, эти несбитые ракеты? Они попали, значит, в какой-то агропредприятие. Вот. Разрушили 2 сарая и попали в хлев, убили там, по-моему, 3 коровы, там 6 ТК. Ну, молодцы, короче. Если они так и дальше будут воевать, то мне это нравится на самом деле. Молодцы, ребята, так держать. Воюйте дальше. У вас это отлично получается. Молодцы. 5 баллов.